Чем больше активности проявят югорчане, тем выше шанс, что этот проект получит финансирование на реализацию. В поддержку парка на Менделеева общественники и жители города провели флешмоб «Один день из жизни парка» и решили снять ролик. Привлекли к этому делу легкоатлетов, любителей скандинавской ходьбы и молодых мам. Приняла участие в акции поддержки вместе с дочкой Серафимой и Анна Вербкина, сотрудник ресурсного центра добровольчества «События». Мы здесь живем недалеко, на Чкалово. Нам с доченькой очень нравится парк, который планируется и который уже существует, особенно велосипедные дорожки, которые обустроены были. И вот мой ребенок очень любит, да? Что ты любишь, Сим? Я люблю кататься на велосипеде, когда тепло, в парке и на самокате. Молодец. Ну и, конечно же, хочется, чтобы было больше зон для деток, хочется больше, чтобы было каких-нибудь лавочек, таких вот зон для отдыха. Поэтому мы будем обязательно голосовать за проект по разработке парка и приглашаем всех, чтобы голосовали как можно больше, как можно чаще, и чтобы наш парк и наш город был красивее и комфортнее для нас. Все происходящее снимали с квадрокоптера. С его помощью будут получены потрясающие виды на лесной массив парка на Менделеева. А это более 20 гектаров леса. Видеоролик югорчане увидят уже в ближайшее время на городских интернет-ресурсах. Отмечу, что победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды получит грант из федерального бюджета 70 миллионов рублей на реализацию проекта в 2023 году. В третий раз наш парк по улице Менделеева будет участвовать во всероссийском конкурсе комфортной городской среды. Вот, и мы искренне все-таки надеемся, что начатое дело все-таки закончим. Поэтому вот решили такой мотивирующий ролик про наш парк снять сегодня. Поэтому вот молодежь, детей, представителей серебряного возраста пригласили для этого. Потому что это действительно любимое место горожан. Ознакомиться с проектом, основанного на идее «Югорск – газотранспортная столица», и внести свои предложения югорчане смогут во время общественного обсуждения конкурсной заявки по благоустройству парка. Встреча пройдет 9 апреля в Центре культуры «Югра Презент» в 14 часов. Приглашаются все желающие. Екатерина Козлова, Михаил Зевахин, Югорск ТВ.